И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла. В Казани сегодня открылась главная елка республики. Ее высота больше 30 метров, и она одна из самых высоких новогодних елок России. Сколько в ней метров, как она наряжена и как принесла настоящий новогодний дух, расскажет Рамиль Шайдулин. Ее высота 35 метров, и новогодняя красавица Казани в топе-3 самых высоких елок страны. Сегодня она заработала на полную катушку под песни, танцы, небывалую иллюминацию и огромное количество людей. Да, и, конечно, не стоит забывать, что хотя сейчас в городе снега практически нет, но у главной новогодней елки открылся вот такой огромный снежный городок, к слову, с настоящим снегом. Ради него мастера работали, не покладая рук, наверное, ради того самого настоящего новогоднего духа. Очень интересно. Я приехала из Глазова, то есть из Удмуртии. Очень понравилось. Ну, представление, фигуры из льда. То, что город сотворил без снега такую сказку, им огромный почет и уважение. Ну а коли чудо уже случилось, то его, наверное, только подчеркнет праздничный салют, который сегодня случился здесь же, на территории центра Казан, тем самым начав череду торжеств, которые продлятся все новогодние праздники. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.